Сегодня 28 ноября 2022 года. В Ялте тепло, тепло. Ветра практически нет. Я не посмотрела, сколько градусов. Но можно ходить без перчаток. Руки не мерзнут. Чудесная погода. Просто чудесная. Двадцать восьмое ноября. Народа, конечно, мало, очень мало. В основном местные жители. Слетели ко мне вот эти птички. Думаю, что я их чем-то накормлю. А я сама мечтаю, кто бы меня накормил. Подруга звала. Она меня каждый день зовет. То одно покушать, то другое, но мне некогда. Все, пишу бумаги для всяких судов. Боже, как мне это надоело. И похоже, что это долго не закончится. Пока вот здесь Российская Федерация, это точно не закончится. Так мы и будем мучиться. Вот судимся до сих пор по фальсификациям на выборах 2021 года. Вы представляете? Слов нет, слов нет. Что творят? Что эта российская власть творит? Это какие-то отморозки там. Ну ладно, настроение даже не хочу портить себе, про них говорить. Вот не хочется уходить с набережной. Такая теплынь. Музыка отовсюду льется. Постою, послушаю этого парня. Тут давно пора домой. Надо идти, не хочется. А утром солнце вспыхнет весело на той горой. Наконец мы снова встретимся с семьей, с братвой. Солнышко пригреет лучиком, бабушка помашет прутиком. Домой, домой, пора домой. Правильно парень поет. Солнышко пригреет лучика, бабушка помашет лучика. Домой, домой, пора домой. Всем пора домой. Но кто-то на нары сядет. Thank you.
Ну, насмешили меня вот эти, как сказать, транспаранты. Это ужас. Просто насмешили. Дружба. Уже пора забыть о ней. Дружба с Германией. Баден-Баден. Все уже. Пора забыть про это.